Всем привет! Сегодняшний мой рассказ о хрониках весеннего похода, состоялся который в конце мая. Расскажу вообще о условиях той местности, в которой я охочусь все это время. Покажу, какие были дистанции, где находил уток, и вообще чем я занимался в эти три дня, которые там провел. В общем, такой вот ролик о том, какая у меня получилась видеоохота в этот раз. Метров, наверное, 60 до них было. Я уж не знаю, как они меня заметили. Или, может, они просто решили перелететь. Ну, в общем, две улетели сразу, получается, из этих уток. Из пяти, по-моему, которые сидели там изначально. Но я решил подходить дальше. Удалось подойти мне на 30 метров примерно к двум уткам, которые там плавали парочкой, которых вы видели в начале. Это Свизи. В принципе, можно было, наверное, стрелять. 30 метров дистанция такая более-менее. Но я же первым делом схватился за камеру. Именно хотелось крупным планом снять этих уток. После того, как поснимал, взял арбалет, решил обойти с другой стороны, хотя бы маленько поближе хотел подобраться. Ушла птица, одним словом. Неудобно там было стрелять из-за этих веток, из-за куста. Получается, не присесть, не прицелиться. Они-то видят все равно с воды. Ну, одним словом, улетели они. Ладно, думаю, пойду обратно. На следующий день уже буду ставить скрадок в этом месте. Там очень удобное место. Это два куста. Вот тут можно посмотреть, как земляника цветет. Вот она пошла, 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 пошла. Значит, будут ягоды в этом году. Вот тоже лужа шикарная вообще. Такая она, блин, ну офигенная. Ну что, здесь утки вообще нет. Второй раз я подхожу, вот получается, туда я шел, на обратном пути сейчас смотрю тоже. Никого здесь нету, почему? Непонятно. Классная лужа. С утра проснулся, тоже слетал на разведку на это же озеро. Ни одной утки не видел. Пришел на место. Ну, думаю, что делать? Надо скрадок ставить по-любому. Посидеть хотя бы, посмотреть вообще, будут какие-то движения или нет.
такой вот у меня скрадок получился. По бокам, получается, кустами защищен. Сверху я накинул сетку маскировочную. Ну и спереди прикрылся маленько так тоже ветками. В принципе, видно меня точно не было, если бы они залетали сверху, получается, с задней стороны. Потому что, ну, там еще и помимо этого еще и деревья. Однако в общей сложности я просидел там в этот день до вечера, наверное, часов до 8 или до 9, примерно так. И ни одной утки за это время не было, хотя и чучела у меня были выставлены, и манок я манил. Ну, в общем, не было уток. Где они в это время находились, я не знаю. Сидели, скорее всего, на каком-то соседнем озере и ржали надо мной. На следующее утро, опять же, уток я там не заметил, ну, с квадрокоптера разведал, поэтому решил порыбачить маленько. Уклейка на этой реке обычно клюет. Ну, если за кидушкой рыбачить, то бывает что-то там, подлещик какой-то попадется или еще что-то такое. Мне достаточно было поймать несколько рыбок, потому что припасы уже начинали подходить к концу у меня. Опа! Рыбешка настолько мелкая, что приходится насаживать по одному опарышу, чтобы она могла зацепиться за крючок. Ты, блин, сорвался, ё-моё. Вот он. А как вы хотели? Вот такая вот она жизнь походная. Приходится есть то, что добыл, поймал. Вот, что сегодня дала река. Не густо. Днем я также ходил, разведывал новые места. Где-то километров 5, наверное, от того места, где я находился. Вообще, если представить всю эту местность, откуда я снимаю видео с охотой, то это, грубо говоря, такой круг диаметром 10 километров. И вот если разделить его на 4 равные части, то в каждой из этих частей окажется примерно от 3 до 7 водоемов, на которых может находиться утка. То есть, скорее всего, на каком-то одном она точно будет. И у нее есть возможность перелететь, да, на какой-то из соседних или там дальше, например, улететь. Из-за этого и как раз проистекает то, что, например, если я в первый день пошел, и вот эти вот 5 уток, которые находились изначально на этом болотце, они улетели, и дальше я их не видел до самого последнего дня. То есть перед отъездом я уже там с утра одну только заметил. То есть она вернулась к этому времени, да, практически через 2 суток. Из этого я сделал вывод, что, наверное, все-таки охота именно за ситки, да, вот так вот со скоротка, ну, она там будет неэффективна, просто это трата времени, то есть нам нужно 2 суток, грубо говоря, после того, как ты первый раз их оттуда спугнул, ждать до того, как они, ну, начнут туда возвращаться, потому что они перелетели на какой-то соседний водоем и там могут сидеть, сколько им заблагорассудится. Ну и во-вторых, конечно, под весеннюю охоту однозначный вывод я сделал, что арбалет, он не подойдет. Если осенью, да, можно совершать попытки, то есть я буду продолжать определенно осенью ездить с арбалетом, ну, осенью я имею в виду там с конца августа, да, и дальше там август-сентябрь. А вот под весну я все-таки решил взять PSP, потому что, как вот вы видели на кадрах в начале, слишком птица, она такая, можно сказать, что очень чуткая такая. Ну, в прошлом году вот я тоже, когда снимал, говорил про это. Ролик назывался «Чуткие утки». Они издалека очень видят, даже если есть листва, как вот в этот раз. То есть слышат шаги и ну, не составляет им проблему улететь. И осенью они наоборот, они более такие ленивые, жирные. А те, которые этого года, да, с осени только, они, получается, еще неопытные и опасности абсолютно не чувствуют. Поэтому вот там арбалет будет уместен. А все-таки на весну будет PSP. Уже заказал я ее. И я думаю, что даже в этом году я еще успею ее испытать. Поэтому, отвечая тем, кто говорил, попробуй засидки, делай скрадок. Ну, в принципе, вот я
показал, как это все работает в этой местности. Проще пройти, например, там 7-10 километров в день, посетить несколько этих озер и получить возможность на одном, двух, трех из них найти уток, чем потратить, грубо говоря, весь день, сидя на одном месте, но они могут не прилететь вообще. Ну а дальше у нас сейчас начинается лето, будут рыбалки. Обязательно также поеду в начале июля или в середине на ягоды. Попробую в этот раз снять ролик про засушку ягод. Земляника, малина, все такое. Ну а к осени уже там посмотрим. Естественно, с арбалетом будет ролик, я думаю, в августе. Ну и с PSP надо будет привыкать, испытывать, так сказать. Что из этого выйдет, дальше смотрите на канале.